Наша перепелка старенькая стала, наша перепелка старенькая стала. Ты ж моя, ты ж моя перепелочка, ты ж моя родная перепелочка. Воронова Зинаида Николаевна эвакуировалась 14 февраля, как раз перед бомбежкой дома. Наш сын, Дмитрий Алексеевич Воронов, 1939 года рождения. А здесь про него ничего не записано. У нас в доме народу почти не осталось. Дня. На сегодня хлеба всем хватит. Нам с братом комнату на двоих дали. Он маленький еще. Девочка, а ты что под обстрелами бегаешь? Так если они весь год стрелять будут, так что, нам так и сидеть? Мне домой надо, у меня братик дома. Она одна, без посторонней помощи. Мальчонку на ноги поставила и жизнь ему спасла. Девочка маленькая, сама еще ребенок. А ребенку вашему сколько лет? У кого дети моложе 3, пока сильные морозы стоят, не берут. Не довести ведь. Помрут. Я не могу больше так. Я не могу больше так. Мы бы оба пропали, если бы вы тогда не дали нам свой хлеб. Это вы его спасли. Человеку плохо, если его никто не любит. Только еще хуже, если самому некого любить. Серега, хочешь, я тебе из этого чурбанчика кораблик сделаю? Чудеса, они ведь сами собой иногда случаются. А мне же завтра на фронт возвращаться. Победите этих проклятых фашистов. Ради нас всех победите. И возвращайтесь живым. Обязательно. Пускай себе стреляют. Они тут все скоро передохнут, эти фашисты проклятые. А ты будешь жить.